Всем привет, меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем играть в мистера выживальщика. После серии мы наконец нашли очки. Так, сейчас мы по бырику поедим, что такого бы поесть. Это нельзя есть. Нам надо что-то приготовить, да? У нас свет наконец выдали. Нет, света нету. Значит, нам надо с тобой приготовить еды. Давай возьми воды, получи. И вот тут и получи. Давай открывай. Что у нас тут есть? Морковка. Морковка, морковка. Так, вот это вот можно, кстати, наверное, пока не есть. Но мы с морковный супчик и в смузи можем приготовить. Сейчас мы наготовим. Значит, мы вот это вот выключаем, а вот это вот включаем. И начинаем приготовить. Так, да, вот морковный суп, даже два получится, готовь. Потом черничный смузи, давайте, мы его вроде не доделали просто предыдущий. Лас, чё ты там, вот, господи, уже устал, уже спать, есть, пить. Что ты там еще хочешь у меня? Все, все, так, давай, выключи. Ключи. Это потому что надо, наверное, еще один парогенератор нам сделать. Так, супчик сюда, ягодки сюда. Иди вздремни. Как у нас тут? Сильно будет плохо им. Так, что надо собрать уже, да? Ну-ка, беги, собери. А то сейчас пропадет, мне жалко будет. Полей. Так, что тут у нас полить тоже надо. Здесь надо собрать. Собрать Руки. Можешь? Так, собрать. Собрал он? А, тут даже посадить теперь можно. Это, вот я не знаю, вот это если мы выключим, а это включим, у нас потянет. Ага. Не, значит, выключаем, а это включаем. Апельсин у нас получается каюк, да? Это надо, кстати, заправить. А то у нас сегодня закончится. Ах, так, что я хотела? Что я хотела? У нас, кстати, железо есть. Открыть, иди. Запихай железо. Еще тут у нас семена есть. Так, вот это сюда. А это у нас что растет? Катка. А, это, смотрите, это что у нас? Блин, огурец. Сади. Полей. Молодец. Открыть. Надо или расширять, или что-то делать. Но сейчас мы тут разберемся. Так, подсолнухи сюда. Значит, у нас еды с собой нету? Есть у нас какая-то еда есть. Ну-ка. А что мы можем с этим это? Открой. Давай мы с тобой... О, водичка. Я не поняла, это чё? Она автоматом туда, что ли, идет? Ничего не понимаю, ну да ладно. Так, грибы мы отсюда вытащим, подсолнух мы сюда. Вот это мы скушаем. Огурчик вот сюда. Знаете, что еще можно, чтобы не мучиться? Вот. Еще чуть-чуть вздремни и пойдемте к этому. А тут письмо какое-то пришло, и надо бы очки Бобу отнести, да. Так. Все, беги. Что это? А, это книжка новая, которую мы взяли. Надо ее почитать. Читай. Что это у нас теперь? Проект «Ледяной эти улучшения сопротивления холоду». Все, мы молодцы и пошлите к этому. Надеюсь, ничего не погибнет тут без нас. Так, в шахту, да. Отдадим очки, наконец. Побежали. Так, он на втором этаже живет. Ну, на следующем. На вот этом. Я так и не разобралась, откуда нам доступ в следующий уровень брать. Но тут мы все облазили и все забрали. А топливо я сама не знаю, где добывать. Так. Использовать.
Заслужить. Так, как найти пса? Надо сейчас почитать. Будет сейчас очки вернем, потом надо почитать, как пса. Так, отдать. Где твои очки? Вот. Тебе же вроде на. Привет, Боб. Вот, держи, я принес тебе очки. О, чудесно, как. Дай-ка я их примерю. Ого, а ведь ты на него похож. На кого? Да, не бери в голову. Ну как, с очками стало лучше? Да, выживальщик, спасибо, ты молодец. Кажется, ты заслуживаешь кое-что узнать, но надеюсь, ты умеешь хранить секреты. Конечно, у меня для этого есть подземный бункер. Странное у тебя чувство юмора, мистер выживальщик. Ну ладно, пойдем-ка, я кое-что тебе покажу. Ого, солидная коллекция. Теперь ты понимаешь, чему вся эта секретность? Я всегда любил книги и комиксы, именно это меня и погубило. Когда правительство стало вводить цензуру, я до последнего не верил, что эти законы действительно войдут в силу. Но однажды люди из агентства пришли ко мне домой и конфисковали все мои книги. Деструктивный характер, как они выразились, носили только некоторые из них, но забрали они все. Вообще все, брошюры времен гражданской, книжки про Немо, довоенные комиксы про Супермена, книги Жюля Верна и Сильвии Плат. И еще они отняли у меня работу. Я ведь раньше был учителем, но человек, владеющий запрещенной литературой, будет подавать плохой пример молодежи. Похоже, что наказание тебя не исправило, ты закоренелый преступник. Да уж, сейчас занимаюсь коллекционированием куда сложнее, чем раньше, но мне все же удалось раздобыть несколько интересных экземпляров. А еще не спрашивай, пожалуйста, откуда у меня современные европейские комиксы. Если хочешь, взгляни. Так, эй, слушай, выживальщик, пока ты не ушел. Да. Когда пойдешь исследовать шахты, будь осторожен. Ни в коем случае не спускайся на шестой уровень, это слишком опасно. Сам я туда никогда не ходил. Ладно, что там? До того, как забросить шахты, правительство проводило там эксперименты. Они испытывали для горных работ взрывчатые вещества на основе водорода. Как все прошло? Не слишком успешно, но там до сих пор осталось много контейнеров с водородом. Пожалуйста, не ходи туда, если не хочешь, чтобы вся шахта взлетела на воздух. Да уж, кажется, там и правда опасно. Буду держать подальше. Водород, говоришь, интересно. Взглянуть на пятый уровень. Боб Плюш. Плюш. Так. О, привет, мы организовали небольшие дебаты на тему обоснованности, жесткости партизанских тактик. Ты знаешь, как в университетах. Но если я уговорю одного из отряда командиров вернуться, в прошлый раз она возмущенно покинула наш отряд. Но ты можешь зайти позже, вдруг мы будем заниматься чем-то поинтересней. Так. Я не понимаю, это вот это, я так понимаю, эти комиксы, да, всякие? А это что? Осмотреть отдельно можно. Ага. Это одна из моих любимых. По названию можно подумать, что речь идет о веселых летних каникулах, но это не так. Здесь рассказывается о последствиях ядерной войны для Австралии. Австралийцы, на удивление, спокойно относятся к своей неминуемой гибели, даже не зная, грустно это или наоборот. Так. Я не хочу брать то, что может это вызвать плохие отношения. Так, это мы посмотрели, а это что осмотреть? Ага, газетка какая-то. Бесценный экспонат из моей коллекции. Страница из имперского наблюдателя, вывезенная из Европы контрабандой. Карикатура прекрасно показывает, как видит нашу страну за рубежом, храни Боже президента. О, и статья на этой странице тоже весьма интересная. Так. Что у нас получается? Мы все тут посмотрели. Книжки, карикатуры. Вот как нам попасть на следующий уровень? Кто мне скажет? Ну-ка, что у тебя поторговать, если вот так вот тыкнуть? О, у него, кстати, стекло есть. Плакаты. Теперь же... Нам стекло надо. А, это можно сразу прям забирать. О, как. Ладно, кирка есть, бита есть. Пойдемте, не знаю, глянем, куда же нам идти-то. Я уж не знаю. Вот мы тут находимся. Тут только грибочки, да, ягоды, это всякие. Все мы тут облазили. Пойдемте еще раз на третий спустимся. А вообще нам надо восстановить лесной канат, но это я помню. Вначале, чем дальше, отремонтируйте лесной на треть рычаг, 20 металла и 10 пластика. Надо посмотреть, если есть, пойдем починим.
Так, заслужить доверие кто? Боб это, конечно, отрицает, но хранится на минус пятом. Пропавший Чупакабра, любимый пропал. Мне нужно наблюдатель. Вот как его найти? Пропавший криптид. Мне нужно помочь его наблюдатель кто? Мне нужно добраться до базы, раздобыть модуль управления ракетой. Но это основное, да. Так, давайте спустимся сюда, попробуем глянем. Может, я все-таки где-то что-то не увидела. И если ничего не найду, пойду дорожку ремонтировать пока. А здесь буду разбираться дальше. Но оно обычно, если как вот эти, должно как-то выделяться, по идее. Знаете, как вон там до этого у нас выделялись дороги. Эти пропуски-то все. Здесь нету, вот они. Такая вот у нас пропуск на третий, пропуск на первый и на второй. Он должен быть красненьким моргать, да? Вот иди-ка сюда сходим, давай с тобой. Как же мне тебя найти-то? Смотреть, а это что? Хотя мы это смотрели, я не думаю, что что-то новенькое. Это соли, это уровень с солями. А-а-а. Так, открыть. Да, тут у нас топливо надо, которого у нас нету. Я не знаю, блин. Ладно. Не-не-не. Ну, можно, конечно. Давай чуть-чуть. Как туда попасть? Как? Так. Тихонечко. Вот как? Вот я вот пытаюсь все равно, знаете, упрямство. Пытаюсь найти этот пропуск. Хотя он может быть даже не тут. Хотя у кого еще? Тут же. Что случилось? Звук такой. Ничего нету. Он не обязательно на самом же нижнем уровне должен быть. Он может и на этом быть. Ой. Так, а что у нас получается? Подтянить канатную дорогу, заслужить доверие и какие-то пса искать. Ладно, возьми. Раз уж заползли сюда. Давайте еще на один вниз спустимся, гляну и пойдемте наверх домой. Тогда будем чинить дальше канатную. Я не знаю. Вниз, вниз, давай. Боб, вниз. Ой, Боб, говорю, выживальщик ты наш. Куда нам? В эту сторону или в эту? Вот сюда. Так, собирай. Кстати, почему они не работают? Тут фонари-то есть. Ну, куда вот? Куда? Нам никуда. Иди сюда, обратно. Чего такое? Мы, кстати, мерзнуть перестали. Заметили? Я вот тоже заметила. Так. Вниз еще. Но я упрямая. Я хочу найти, блин. Ну, что такое-то? В какую сторону? В эту? Так. Чуть-чуть. Тихо-тихо. Так, ладно. Походу все, да? Все, ладно, пошлите домой. Вверх, побежали с тобой. Мы еды не взяли, поэтому мы пойдем вот так. Все, домой. Не знаю, буду разбираться попозже. Ой, уже ночь. Как мы долго тут с тобой. Использовать. Долго-долго время-то уже. Сейчас посмотрю, если 10 пластика найду, если что, мы его купим, я надумаю. Так, иди, поешь. Завтра хоть свет дадут, можно будет все тут нормально, блин, включить. Так. Не-не-не, вот, да блин, вот это ешь. И вот это ешь. Во, как хорошо, да? Подожди, открой. Б.
грибы сразу сюда. Завтра грибной суп сварю. Иди спать. Как у нас тут? Работает, все работает. Что, ты спать не можешь? Может. А то я думала, спать не может. Все, наконец-то свет включат. Уф. Вы, если вы не знаете, что делать, почитайте блокнот. Да я-то знаю, что делать. Я не знаю, как проход получить на минус пятый. И на минус четвертый. Ой. Чё это меня так сдвинуло туда? Я аж прямо это... Включай давай. Включай. Выключи. Давай. Включи. Все работает. Ура, работает. Вот это тоже надо включить. А то, блин, темнота такая. Все. Так. А, она, наверное, не получится. Тут получи воду. Так, воду мы получили. Берем с тобой, открываем грибочки. Так, где тут грибочки? Готовим грибной супчик. Где он у нас? Вот, да. Грибной супчик. Сейчас позавтракай, если у меня. Давай, позавтракай. Молодец. Потом открываем обратно. Так. А что у нас столько весит? Что лишнее? Что нам надо? У нас надо ткань одна, стекло, электроника 10, пластика есть, металл у нас тоже есть. 20 металла, это точно могу сказать. Вот это что у нас? Ну, да, надеюсь, давайте мы все это польем, чтобы без нас все это не погибло по бырику. Ага, все работает. Так, давай. И мы сейчас пойдемте открыть. У нас же сегодня вроде агента наш не приходит. Агента наш. Вот сюда. Все, хорошо, идет сюда. Что у нас получается? Надо с собой взять идею, возьми энергетика на всякий случай. Так, берем ягоды, мы заберем, во-первых. Во-вторых, вот это вот надо разделить. Блин, вот так вот, окей. Так, все. И пойдемте, получается, чинить канатную дорогу. Этот чак у нас вроде с собой был. Пойдем. Я вот думала пистолетом пользоваться, но он там денег требует. Там же патроны надо. Но у нас мы его пока поберегом, пока вот так справляемся. А там, наверное, надо будет. Так. Как тебя чинить-то? Подождите, использовать. Ага, так. На третий уровень, наверное, надо. Так. Починить. Что у нас туда надо-то? Где этот рычаг? Вот рычаг. Потом пластик и металл. Камень, древесина, почва, металл. Вот. Ой, сколько времени-то уйдет. О, молодец, подожди. Ешь и ешь. Вот, чтобы не пропало. Это что? И давай тогда мы пойдем на четвертый. У нас получается еще один уровень остался. Ага. Вы тоже это слышали, да? Так. Что тут починить надо? Рычаг, пластик, электроника. Этот рычаг, да-да-да-да-да. Рычаг мы найдем, подожди. Аккуратненько пойдем сюда, пожалуйста. Так, читать. Опять охотница пишет. Охотничий клуб, все, что может предложить дикая это природа Мириковили, у нас можно приобрести. Да, это она ваша охотница Лавиния, это я видела, но где она сама находится?
Так. Сюда можно пройти? Никуда нельзя. Ну ладно, пойдемте вглубь. Использовать. Тут же авиакатастрофа была, нам, по-моему, рассказывали, да? Может, мы тут это... Ух ты! Ой, привет! А как это? Рубить! А вот и топор, да? И волки стоят. Привет, волки! Мы очень рады, что вы есть. Так. А пойдемте мы на свалку сходим, пока у нас энергия есть. Посмотрим, может, песик где лазит. Где его искать, я вообще без понятия, потому что... Может, он днем где-то тут лазит? Так. Двигаться сюда можно, но ничего не работает. Так, сюда. Ну, а тут 3D нету, чтобы туда куда-то сходить и поискать. Сейчас я полазю, может, мало ли. Топлива у нас нет. Нам надо топор. Ну, мы сейчас домой пойдем, пойдемте купим топор. Ну, тут вот ничего нету, да. Использовать. Но починили канатную. Пойдемте поторгуемся, что там есть у нас. Так. Я потому что топор видела. О, Минетмен пока молчит. Телефон. Что у тебя вообще? Металл даешь ты нам и древесину. Это нам не надо. Супермаркет продукты. Это хорошо, конечно. Соль, яйца. Что это такое? Торговать можно. Продать ему маринованные огурцы. А, это, кстати, у нас продать есть. Ну-то на, бери. Я же видела где-то топор. Или мы его делать можем, или купить. Я не помню. Сейчас посмотрим. Так. Это что, камень, стекло, пластика тут нету уже, да? Печальненько. Так, вот топор. Торговать. Да, топор можно будет взять. Хорошо, ладно. Что у нас тут? Все полито, все работает. Что у нас получается? Нам надо топор. И вздремни. Угу. И где-то надо найти кучу пластика. Топливо, что ли, купить? Ну, получается так. Так. Так, давай торговать с тобой, если что. Я знаю, каждый день прохожу мимо одной... Так, подождите. Чего ты там говоришь? Я каждый день прохожу мимо собачьего парка, но уже давно не видел там ни одной собаки. Посмотрите, он там это... Я просто увидела собака, думаю, что-то это рассказывает. Так, взять. Вместо биты, что ли, взял? Так, это не пойдет нам. Ну-ка. Это вот убираем. Вот так, а ты сюда, да. А что, она все каюк бите? Так, нам оружие надо, наверное, какое-то. И у нас пистолет есть. Ну-ка. Создать. Пойдем с тобой. Сушилка, лампа. Где наше оружие это, блин? А что надо на парогенератор? Металл только. По идее, можно его сделать. Будет еще один. Где тут оружие? Ножик, ножик. Вот мне он больше понравился. Но мы один еще сейчас создадим про запас с собой. Сейчас возьмем. Там видели сколько? И на волков пойдем с ножом. Все, молодец. Давай с тобой укомплектуемся. Тогда вот сюда ножик. Так, Ю. Все. Пойдем. Еды с собой, что ли, взять? Ой, учитывая, как я драться не умею. Пойдемте попробуем. Так. Давайте вот разделить. Окей. Один смузи на всякий случай возьмем. Вот. Нам до 12 надо, блин, успеть. Пошли. Кирка есть, топор есть. Ножик есть. Все. Идемте это. Может, до охотницы докопаемся, наконец. Так. Четвертый уровень.
Бери топор пока. Так, нам надо вот сюда было вначале, да, вот сюда. Ой, тут еще и ночь, так атмосферненько. Ух, в самую глубь леса заползли, получается. Вообще, надо было им не канатную дорогу делать. Ой-ой-ой-ой, тихо! Это ж было это, того неожиданно. Руби. Тихо. Еще есть кто? Успеем? Или нельзя, пока не убьешь? Зависли. Да. Не учтено игрой, блин. Блин, ну не надо. Использовать. Смотрите, вот что получается. Из-за того, что я попыталась, игра сломалась, да? Ёлки-моталки. Так, я тут-то восстановить лесную канатную. Так, рычаг, да, чинить канатную, на поблагодарить, заслужить доверие Джо. Восстановить лесную канатную. Читаю, что делал, потому что выключила, перезагрузила игрушку, вернее. Сразу берем тогда топор. Топор вот тут вроде где-то был. Раз у нас других вариантов. Да, вот топор покупаем. Торговать. И я тут пока сидела, пыталась что-то сделать, прочитала, что собаку надо найти в этом. Как ее правильно назвать? Скажите мне, и я скажу, называется. В лесу, вот. У нас получается... Так. Ешь. А грибы я еще суп не варила, да, тут. Получи. Включи. Ага, а вот это надо выключить тогда. Выключи. Сейчас мы грибы пока сварим, дождемся посылочки. О! А ножик скрафчу. Так, включи, пожалуйста, вот это вот все. А то сейчас все по это. Да, во. И полей. Заправь. Там не доделается хорошо. Так, открыть. Ой, создать надо. Ножик нам создать с тобой надо пока что. Ножик, чтобы сразу с волками воевать. Вот, умница. Потом получается. Так. Где-то у меня тут. Вот вместо биты ножик ставим. Берем грибы, делаем грибной супчик. Пока вон уже и посылочка, и мы сразу пойдем. Баги, конечно, в игре это такое. Очень интересное называется. Ну, что поделаешь, как-никак она только вышла. Хоть и вроде должна быть вся такая топовая-притоповая, наверное. Но, как видите, не получилось такого. Так, мы ягодки с собой заберем сейчас. И вот это вот разделить. Мало ли там нам с энергией что-то понадобится. Одну такую себе возьмем. Так, ешь сразу. Что ты тогда уж стоять будешь у меня? И кушай. Вот, чтобы не пропало добро. Пойдем с тобой воду это положим. Темень у нас, галимая. Ну, что поделать? Пойдемте канатную дорогу изучим. Так. Все, умница, положил. Грузоподъемность нормальная? Нормально, все по минимуму. Открой. Еды какой-нибудь возьмем с собой еще. Сейчас смузику возьмем. Хочу, чтобы у тебя на всякий случай. Так, раздели. Вот, окей. Вот так вот. Ну и пошли чинить. У нас вроде все есть. Сейчас топор заберем. И пойдем чинить. Так, топорик. Потопали. Использовать. Надеюсь, я правильно делаю, что в этой серии, в этой, как бы, собиралась. Так, пойдем. Ну, багует игра, конечно, интересно. И нету кнопки, знаете, как бы там, типа, перестала, чтобы что-то такое сделать, нажать, восстановить. Как бывает в некоторых играх. Так, нам надо сюда.
Пластик, металл, рычаг. Давай, чини. Умница. О, как энергия потопала. Сейчас мы с тобой разберемся. Подожди. Не энергией разберемся. Я вот это хотела еще ему сразу вот сюда. И вот так. И пойдем на четвертый уровень. Чего? Пошли с тобой. Так. Ага. Куда тут надо было? Вот сюда идти. Использовать. Пошли. Сейчас, если что, энергетика там хлебанем. Надо будет со сном ему книжку. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Так. Давай сразу энергетик. Есть. Вот так. Вот это вот сразу руби. Молодец. Чётенько, иди сюда. Давай. Еще есть? А то сейчас выяснится, что нету. А, вот, давайте сразу убьем. Так. Вроде все, надеюсь, теперь. Пойдем. Теперь-то мы можем попасть? Да, теперь мы можем попасть. Это я там пыталась раньше времени. О! И, а где люди? О, топливо. Бери сразу. Бери, говорю. Взять это пайки, сухпайки взять. Так, тоже. Подожди, давай-ка вначале вот это. О, это интересно. Куда тут у нас патроны складываются? Вот так. Вот так. Это у нас сюда. Ткань, стекло. Древесина. Древесина, наверное, сюда куда-то, да? И еще древесина. Это тоже возьмем. Воздают. Угу. Так, что-нибудь интересное есть? Вот это что-то не берется. О, вот это надо обязательно. О, еще один топор. Взять. Это все можно будет разделать. Это дерево получается. Вот это можно с собой взять? Сколько у нас получается вес? Нормально, да? Стульчик забери. Что-то там такие звуки прямо. Ух! Сколько? Пока еще влазить, да? А тут ничего под низом нет интересного? Так. Ну ладно. Я думала, это дом охотницы. Мы попадем к ней и поболтаем. Но что-то получается не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это еще что же тварь? Это сейчас что было? Я только это... как говорится, отвлеклась. Так. Руби. Наверное, пистолет нужен, да? Пойдем. Не просто так нам дали оружие это. Так. Блин, бей. Ничего себе, мутант какой. Ага, тут можно дальше пойти куда-то. Да. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем. Что-то мне не нравится. Взять. И куда это у нас взялся? Можно посмотреть. Так, это у нас вот сюда, да, взялся? Но без пуль бесполезен. Это да, но мы, у нас вроде они есть. Так, это что? Давайте-ка вот так. Я не знаю, что там, но мы посмотрим. Сейчас нам так активно его подсовывают. Но это опять охотница. Где? Во, идет. А чё ты много раз-то стреляешь? Не надо много раз стрелять. Ага, это ладно. Пойдемте в эту сторону глянем. Волки. Так. Руби.
Что-то ты по много патронов делаешь. А, я один раз тыкаю, а он тыкает по много раз. Так. У нас два патрона, что ли, осталось? Ну-ка, посмотри, покажи мне. Да. Тогда мы переодеваемся обратно. Ты мне сейчас все тут потратишь, а то. Надеюсь, если что, топором зарубишь. Пошли использовать. А мы с тобой еду с собой брали? Ну-ка, дайте я гляну. Ой, блин. Дали. Есть кто? Ага, есть. Давай. Так, эти, не знаю, перейдут, нет. Если перейдут, то ладно, пусть сами переходят. Я не хочу. Все, можно теперь идти? Никого нету, а то сейчас опять забагается. Пойдем в дом, зайдем по бырику. Уф. Так. Тут тоже нужное все. Здесь вот надо в первую очередь вот это надо взять. Так, вот это. Ой, взять, говорю, не надо кушать, блин. Что же я постоянно кнопки-то путаю? Что у нас? А, вот это вот можно сразу забирать. Ну, древесина, оно такое. Ну, нужное, конечно. Ну, блин, ты куда выкладываешься? Патроны. Патроны, патроны. Потом. Так. Я же это еще собирала. Почему? А, вот стакаться должно. Все. Что у нас? Обязательно вот это в первую очередь. Это, вот это вот стекло или пластик надо тоже забрать. Так, что тут? Они, кстати, очень похожи, ничего нового не дают. Ладно, заберем сейчас все, что есть. На следующий уровень потом придем. Надо тут все, ничего не влезет, наверное. Ты вооружился у меня? Сейчас там напасть могут. Я же говорю. Где тут выход? Так не говорите? Да, тут. Иди руби. Сейчас мы разберемся. Так, бери топор. Нападай. Нападай первым. Первым нападай. Все, пошли домой. Уф. Домой, домой, домой. Здесь-то уж пройдет. Так, что у нас получается? Ну-ка, торговать можем чем-нибудь? Я не знаю, кстати, насчет топора. Так, что тут у нас? Топор можно продать, но он дешевый. Мы, наверное, с вами вначале... у нас шкурки есть. Иди сюда, шкурки выложи. Или я их нишу уже переложила. Сейчас посмотрю. Нет, пока здесь валяются шкурки. Так, где тут шкурки, блин? Что случилось опять у тебя? Шкурки. Вот еще шкурка. И, ага, тут еще вонючая фигня есть. Иди, открой. Надо еды. Вот это мы уберем. Это что? Дичь. А это у нас сухпайок. Простая спасет трудно. Она, кстати, в тот раз тоже у нас была в холодильнике. У нас огурец. Это мы сейчас продаем тогда пока. Сейчас я попробую продать все это. Где давать? Это обычно вот сюда куда-то. Да, вот. О, смотрите, за сколько подсолнух продается с огурцом. Так. А вонючие тоже, да, надо. Сейчас мы тебе достанем. Открыть. Ага, и полезла не туда. Вот тут есть. Сгнившее все. Давай возьмем. А вот это не продается. Это печально. Давайте. Так. Давай. Давать. Все продано, да. Хорошо. Открыть. И надо здесь расширить и будет поставить тоже вот эти все. Ага, полить еще надо. Сейчас польем. Что тут я хотел? Это топорик один скинуть. Не знаю, надо, не надо. И кирку. Кирку точно надо. Она весит? Весит. Но она мало весит хотя бы.
Ну-ка, атопон тоже. Атопон мы, значит, с собой оставим, нас мало весит. Так, ты сюда иди. И нам надо, иди, открой. У тебя грузоподъемность-то позволит. Водичку всех нам полить надо. Так, раздели. Окей. Да. То тут все засохнет сейчас. Полей. Собери. Что тут у нас? Ой, попельсинчики дали. А что дают попельсинчики? Можно приготовить с ним очень вкусненько. Хорошо. Все. Давай немножко с тобой создадим. Вот стульчик, например. Разберем. Немножечко. Потом вот это можно немножечко разобрать. Стекло очень надо. Там, да, нам принесли. Давай все отсюда взять. Все. Что тут еще? Грузоподъемность немножко с тебя это уберем. Вот пластик, металл, коробка из-под печенья. Это хорошо. Все. Ладно, давай торговать. Ну так удачно вы этот раз сходили. Так, денежку вон нас зарабатывали. И можно идти спать. Вот так вот. На этом буду серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. И всем пока-пока.